Колонна тракторов прошла мимо парламента Великобритании в понедельник, 25 марта, протестуя против торговых соглашений после Brexit и против того, что они назвали импортом продукции низкого качества в рамках последних мировых демонстраций фермеров. На демонстрации было не менее 50 тракторов, многие из которых украшены флагами со союзным джеком и знаками вроде «Без фермеров нет еды, нет будущего», блокируя дороги в центре Лондона на некоторое время. Фермеры требуют, чтобы правительство обеспечило более точную маркировку продуктов и приняло меры по улучшению продовольственной безопасности страны. Мы здесь, потому что фермеров в Британии слишком долго принимали как данность. И особенно в последние несколько лет произошло так много, что фермеры больше не в состоянии кормить британский народ. Импорт увеличивается. И этот импорт производится по стандартам, которые здесь запрещены. Они вытесняют нас из бизнеса. Вот почему мы здесь. Мы сыты по горло и начинаем сопротивляться, бороться. И мы верим, что британцы хотят, чтобы именно мы их кормили. Они также хотят, чтобы правительство прекратило торговые сделки, которые, по их мнению, позволяют импортировать продукты, произведенные по стандартам, незаконным в Великобритании, что подрывает дело местных фермеров. Этот митинг следует за протестами фермеров по всей Европе, которые возмущены конкуренцией с более дешевым импортом и требуют более строгих экологических норм.